Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Пузлиева. С должников из-за капремонта взыскали 128 тысяч рублей. На 1 мая на счет регионального оператора начислено более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Уровень собираемости взносов в целом по области составляет 80%, пишет репортер со ссылкой на руководителя фонда капремонта Павла Сысоева. Регион по собираемости средств занимает 5-е место по ПФО. По статистике, за капремонт лучше платят те, кто перешел на спецсчета. На сегодняшний день завершены работы по 224 домам. Подрядчикам выплачено более 300 миллионов рублей. Фонд подал более 1000 судебных исков о взыскании задолженности на сумму около 5 миллионов. 128 тысяч уже взыскано с неплательщиков. Дайджест недвижимости. Выпуск ипотечных облигаций может снизить ставку по кредитам на 1%. С таким заявлением выступил Минстрой в лице руководителя Михаила Меня. Запуск ипотечных ценных бумаг может дать снижение процентной ставки, и это положительно скажется на результатах государственных программ, считает Мень. По данным Минстроя, на 1 мая 45% всех сделок на первичном рынке проходили с использованием госипотеки. В прошлом году каждая третья квартира на рынке новостроек приобреталась по программе государственного субсидирования ипотеки. Дайджест недвижимости. А теперь новости от наших партнеров. Ипотечная корпорация предлагает квартиры-студии по цене от 570 тысяч рублей. Жилье расположено в микрорайоне Верхней Черемушки. Это идеальный вариант первого жилья. Купить квартиру можно как за наличный расчет, так и с помощью ипотеки. Такое жилье станет прекрасным решением для студентов и семей без детей. Уменьшение метража не означает ухудшение потребительских характеристик квартиры. При грамотном подходе к планировке и декорированию в компактной квартире можно создать уникальное жизненное пространство, которое будет отвечать всем требованиям эргономики. Дизайнеры ипотечной корпорации позаботились о комфорте будущих новоселов, составили оптимальный план расстановки мебели, пространство зонировано максимально удобно, эргономично использован каждый сантиметр площади. Узнать более подробную информацию и получить бесплатную консультацию всегда можно в офисе ипотечной корпорации в Кирове по адресу Ленина, 92 и по телефону 25 10 10. Проектные декларации на сайте ипотека43.рф. Заем предоставляется акционерным обществом «Крик». Дайджест недвижимости. Самой дорогой квартирой в прошлом месяце стал выставленный на продажу пентхаус в Солнечном береге. Его оценили в 13,5 миллионов рублей. Дешевле всего продавалась однушка на Ленина. Ее выставили за 600 тысяч рублей. На этом все. В студии работала Дарья Пузлиева. Дайджест недвижимости.